Понимаете, люди здесь, в особенности мой отец, исключительно ограниченные и суеверные. Они считают, что вы, Крис и Моника, каким-то образом представляете угрозу нашей общине, но я не могу этого понять. Лишь из-за того, что мы не здешние? Нет, не из-за этого. Они чувствуют, что радиошоу Моники провокационно. Крис говорит им, что они губят землю. А вы? Вы определенно сделали ошибку, сказав, что Бог был женщиной. Я не говорил, что так было. Я говорил, могло быть. Они слышат то, что хотят слышать. Хотите моего совета? Уезжайте. Просто уезжайте. Но почему? Они меня наняли, я имею право здесь находиться, как любой другой. Я никому не причинила вреда. Хотите узнать еще кое-что? Они начинают верить в то, что вы, Крис и Моника, реинкарнации трех ведьм. Да бросьте. Я в это верю. Мэтью? Но мне нравятся ведьмы.